Времени мало. Он скоро будет здесь. Кто? Здравствуйте, мальчики и девочки. Я приветствую вас на нашем канале. Давайте продолжим играть в эту классную игру, которая называется Immortal Phoenix Rise. Игра классная, игра прикольная, навороченная, игра интересная. Ну, у нас уже третья серия. Первая серия не зашла, вторая тоже не зашла. Ну, может быть, зайдет хоть третья. Вот, напишите свои комментарии. Вот, что вы думаете по поводу этой игры. Игра на самом деле очень интересная. Она очень интересная, прикольная, такая веселая. Тут, конечно, специфический юмор, но все-таки. Вот здесь у нас боги. Боги тут, короче, типа рассказывают эту историю. Но тут такой есть бог, которого зовут Зевс. Он вообще юморист, скажем так, от бога. Вот, ну давайте посмотрим, что здесь у нас да как. Так, согласно нашему заданию, надо добраться до храма Аполлона. Ну давайте попытаемся добраться до храма Аполлона. Может быть, у нас получится, а может и нет. Так, что это за звук? Давайте посмотрим. Это, возможно, может быть квест или какая-то плюшечка. Так, давайте. Ага. Так, с этой арфой мы можем контактировать. Ну давайте. 2, 4, 1. Ага, замечательно. Так, ну значит, здесь где-то должна быть арфа. Так, давайте поищем эту арфу. Может быть, мы наиграем эту мелодию 2, 4, 1, и может быть будут какие-то бонусы. Вот, если будут бонусы, это очень прикольно. Так, ну что тут у нас? Давайте запрыгнем. Так, что там у нас? Там какой-то монстр, и там какой-то интересный, я так понимаю, сундучок. Ну, я думаю, пока мы на этого монстра не будем нападать, потому что, ну, мы довольно-таки слабенькие, у нас оружие не очень, и поэтому мы немножко подождем. Так, это кабанчики. Вот. Ну, бог с ними. Так, это что у нас? Это у нас амброзия, я так понимаю. Так, да, это у нас амброзия, и мы получили дополнительно бонус. Так, давайте прыгнем. И вот так вот. Ага. Но это чтобы мы не упали и не разбились. Так, ну, наша цель сейчас доползти до этой арфы. Так, где арфа? Так, где она? Так, я что-то потерял ее из виду. Но она где-то в том направлении. Так, стоять. Так, нам надо перепрыгнуть. Ага, все, отлично, отлично, мы перепрыгнули. Ну, давайте теперь здесь попробуем перепрыгнуть. Ага, все, класс. Ага, вот, вот эта арфа. Так, мы сейчас, короче, так, что такое? Здесь амброзия, я смотрю. Ну, давайте посмотрим. Слушайте, она где-то там находится. Блин, ну, я не знаю, сможем ли мы до туда дойти, добежать. Но можно, в принципе, попытаться. Угу. Так, где арфа? Ага, арфа вон там. Все, погнали. Так, сейчас мы... О, слушайте, а там вот, смотрите, эти самые гранаты. Давайте, короче, гранаты соберем, потому что гранаты увеличивают, ну как, лечат нас. Здесь в этой игре вместо пузырьков здесь гранаты. Ну, нормально. Все, погнали, поползли наверх. Угу. Так, замечательно. Выносливость у нас кончается. Слушайте, прикольная арфа. Гермес, восславь, что приносит удачу бессмертным. Дело имеет Гермес и с людьми, и со всеми богами. Пользы кому-либо мало дает, но морочит усердно. Неплохо. Кто это сочинил? Мой любимый поэт. Он, кстати, еще не родился. Так, все, мы, короче, мелодию наиграли, и чё? И вы знаете, ничего не произошло. Хм, интересно. Может быть, мы уже играли эту мелодию, а то я что-то не помню. Не, подожди, 2, 4, 1. 2. Ну, и 1. Ага. А, во-во, мы, видно, в прошлый раз промазали. О, смотрите, отлично, отлично. Так. Ага, все, отлично, монеты Харона. Ну, надеюсь, эти монеты нам пригодятся, все. Ну, видите, мы не зря, короче, это самое, ходили, бродили здесь. Так, ну, здесь еще где-то есть амброзия. Так, ну, а где же она, я фиг его знает. На карте показывала,
Да, вон она, все. Давайте сбегаем, амброзию соберем. Вот, она добавляет нам к жизни какие-то плюсики. Вот, это хорошо. Так, вы знаете, вот эту амброзию я вообще случайно увидел. Я даже не знал, вообще надо поглядывать на карту. Так, где она, эта амброзия? Так, давайте посмотрим. Возможно, она вон там, где-то под водой. Да, вот эти пузырьки, это, по всей видимости, она. Да, вот. Все, берем. Ну, все, и замечательно, вообще отлично. Ага. Так, ну ладно, давайте, значит, вернемся обратно непосредственно к нашему квесту, к нашему приключению. Так, ух ты, блин, выносливость кончается, и вот здесь вот самая херня начинается. Да, кончится выносливость, и вы просто сдохнете. Ну, это печалька, конечно. Так, давайте чуваков этих оббежим. Ну и посмотрим, что мы сможем сделать. А что мы можем сделать? Мы можем все очень просто сделать. Мы можем запрыгнуть на этот камешек, перебежать через мост и направиться в направлении нашего основного квеста. Так, ну все, погнали. Так, подождите, здесь перепрыгнуть надо. Так, это что за артефакты? Такие грустные, печальные. Ага, все, побежали. Так, по всей видимости, здесь какая-то рассинхронизация на мосту происходит. Блин, анимус глючит. Это вообще, это ужас какой-то. Ладно, погнали дальше. Так, значит, храм Аполлона. Ну, давайте немножечко потренируемся здесь на кабанчиках. Ну, это если получится. Если кабанчики, конечно, на нас не будут тренироваться. Угу. Так, отлично, скрытая атака. Ах ты, блин, да вы посмотрите. Так, все, замечательно, одним кабанчиком меньше. Ага. Ох ты, блин, а вы посмотрите. Давай, давай, свинина, давай. Все, короче, отлично. Значит, тифозных кабанчиков мы бабахнули. Так, а это что такое? Ой, ёбаный свет, а это что за фигня тут вообще происходит? Откуда они здесь взялись? Их же вроде не было, а? Так, ну ладно, будем разбираться потихонечку. А, так вот. Слушайте, там еще и горгона. Ах ты, блин, а. Так, ну давайте, давайте, давай, мочи ее. Ах ты, блин, задел все-таки, а. Ага, так. Ах ты, блин, вот засранец, а, вы посмотрите. Вот эти чуваки с щитами, они, конечно, хорошие, но они еще и фаерволы кидают. Это вообще, это неприятно. Ах ты, блин. Слушайте, мощные, а я еще хотел на Минотавра напасть. Это вообще, это уж, если бы я на Минотавра напал, я вообще бы там сдох бы. Так, ага, ну хорошо. А, все, короче. Фу, слушайте, я что-то подзапарился. Это ж вообще, это ужас какой-то. Они, конечно, мощные, мощные, я вам скажу вообще. Вы знаете, игра тоже не из легких, блин. Так, ну все. Жизнь немножко пополнили, немножко экспу подкачали, все, побежали. Так, значит, о, слушайте, вон там вот летучая мышь появилась. Это горгона, по всей видимости. Бля, слушайте, я запарился бежать. Давайте немножко постоим, отдохнем. Угу. Так, да, это полюбасу горгона. Угу. Ну, короче, надо, чтобы она, конечно, поближе. Ага, так, чтобы она спустилась поближе, потому что с высоты я ее, короче, не это... А, вот она спускается. Угу, так. Ага. Так, ладненько. Все, отлично, горгону расколбасили. Все, пойдемте дальше. Угу. Так, храм Аполлона. Ёбаный свет, мы добежим сегодня до храма Аполлона когда-нибудь или нет? Так, ну, по ходу дела, добежим. Угу. Так. Так, ну что тут у нас? Интересно. А, вот, смотрите, этот Феникс пацан. Феникс увидела, как приспешники Тифона загнали незнакомца в угол. Героиню ждал тяжелый бой. О, надеюсь, незнакомца убьют? Ах ты, блин, давай, давай. Вот мерзавцы.
Так, ладно. Слушайте, они фаерволами... Блин, слушайте, они колбасят вообще жестко. Ах ты, блин, а. Вот засранцы, а. Ах ты, блин, ну давай, давай. Слушай, ты меня подзапарил уже. Все, наконец-то. А, слушай, а Горгона, короче, бьет этим самым хвостом. Отлично, отлично, все, отлично, красиво полетел. Так, давайте Горгона теперь займемся. Ага. Ну давай, давай, суровый человек, давай. Слушайте, Горгона довольно-таки мощная. Вот это ужас какой-то. Угу. Уже все, ну выходи. Нет, спасибо. Тебе нечего бояться. Если бы я хотела тебе навредить, уже 100 раз успела бы проткнуть мечом. И верно. Ну, я выхожу. Феникс. Редкое имя. Спасибо за помощь, Феникс. Какая прелесть. Спасибо. Я направляюсь в храм Аполлона, к Оракулу. И я. А, он в той стороне. Чудно. Мне пригодится любая помощь, если мы вместе... Эй, куда ты делся? Вот, забирай свои наручи. Они тебе еще пригодятся. Идем со мной. Нет. Слушай, прости, что я их украл. Со мной такое бывает. Дурная привычка. Ну что, мир? Ничего подобного. Я искал дар для Оракула. А тебя я тогда не знал. И почему ты не взлюбил? Но теперь это не важно. Ну, пойдем же. Мое лицо? Времени мало. Он скоро будет здесь. Кто? Тут есть кое-что, что поможет сбежать на большой остров. Где же эти крылья? Эти? И кто тут вор? Не радуйся, на них пока нельзя летать. Нужно найти другую часть. Что значит летать? Тихо. Еще нам нужен украденный у Иола сосуд. Он что там? Я пока все подготовлю. Принеси мне сосуд на вершину небесной башни. Я не понимаю. Ты в опасности. Позволь помочь. Ладно, но... Ты ведь говорил раньше... И исчез. Так, теперь хорошо бы понять, как через это пройти. Ну, значит, посмотрели мы немножко ролик, поговорили с Оракулом. Оракул оказался у нас шизик полный, но к нему не заходит какая-то небесная манна, и он что-то какие-то пророчества начинает говорить. Да, не ожидал я, конечно, такого поворота. О, смотрите, можно нести. Отлично, но мы это не будем делать. Так, значит что, нам надо сосуд. Сосуд находится вот здесь, вот в разломе Тартара. Ну, хорошо. Так, в прошлый раз мы не смогли подвинуть этот ящичек, скажем так, потому что у нас не было перчаток. Сейчас у нас перчатки есть, и я думаю, мы сможем. Ага, все. Отлично, отлично. Так, все. Так, активировать. Угу. Поле смертных. Ну хорошо, ладно. Я думаю, мы сейчас прыгнем в этот Тартар и, значит, заберем сосуд и вернемся к тому пацану-воришке. Так, ну все, значит, приземлились. Угу. Переход, одноглазый великан. Так, ну это... Пусть запутанный путь казался непреодолимым. Свет бесчисленных звезд вел Феникс вперед. Так, ну значит, я смотрю, здесь надо легкий камень. Угу. А здесь, по всей видимости, что-то потяжелее надо. Так, ну давайте вот это потяжелее. Все, отлично, недостаточно. Давайте еще вот этот вот положим сюда, и я думаю, сработает. Угу. Так, все, отлично, сработало. Угу. Все, погнали. Ага, все, теперь сюда. Угу. Похоже, ящики тоже умирают.
Так, ну, значит, я смотрю, у нас Зевс юморит, как всегда. Так, вот этот ящик надо сюда, потому что он тяжелый. Угу. Там, вот видите, иконка нарисована на ковальне. Значит, ящик тяжелый сюда. Вот этот ящик надо сюда, потому что там пушинка нарисована, он легкий. Все, отлично. Все, погнали. Ага, все. Все, замечательно. Фу, я что-то подзапарился. Ах, уёбаный свет, да что ж такое-то? Ух ты. Слушайте, они мощные, эти горгоны, а? Ну ничего, мы, короче, сейчас разберемся с ними. Ах ты, ёбаный свет, да что ж такое-то, а? Ага, промазала. Слушайте, блин, ну вообще, блин, да что ж такое-то, ужас какой-то. Ах ты, блин. Ну давай, короче, одну горгону расколбасили. Ах ты, ё-моё, получили по жопе, но ничего страшного. Так, она, короче, горгона, или оно, короче, стреляет, пуляется, ну и все такое безобразие делает. Ах ты, блин. И еще, короче, машет хвостом. Да. Ох ты, блин. Угу. Да что ж такое-то, блин. Да ёбаный свет. Слушай, ты сдохнешь сегодня или нет? Ах. Ах ты, опять наваляли. Слушайте, так всю жизнь потерять можно. Все, отлично. Тебе удалось больше, чем многим. Скоро я выйду тебе на встречу. Так, ладно. Давайте, что у нас дальше? Это что такое? Так, угу. Так, это мы, короче, исцелили нашу жизнь. Вот. И дальше у нас еще одна загадка, которую мы решим чуть попозже. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. А мы увидимся с вами в следующих сериях.